Всем привет, друзья! 7 марта, вечернее кормление. Мы на канале «Породные куры» в Оренбурге. Меня зовут Вадим. Вот сейчас находимся в отсеке у русской хохлатой породы кур окрас ситец. Вот. И вот на фоне таких симпатулик, пользуясь случаем, поздравляю всех девчонок с Международным женским днем. Всем крепкого здоровья, мирного неба, добра и благополучия. Вот. Значит, коротко. Вот в этом сарае, значит, наметилось. Так, дети отвернулись. 18+. Наметилась положительная динамика, вроде 3 дня по яйценоскости, я имею в виду. 3 последних дня они меня, в общем-то, можно сказать, стали радовать. Конечно, это не то, что я от них ждал, но уже все-таки положительная динамика началась, как сказать. Вот. Значит, 3 последних дня, вот, ленинградские. Позавчера выдали 3 яйца, вчера 4 яйца. Сегодня вот одно утром брал, сейчас пойдем посмотрим еще, сколько там снесли. Эти вот 3 дня по 2 яйца, вот. Вот. По сравнению с тем, что там у них на протяжении 2 недель, наверное, вообще ни одного яйца не было, так что это прогресс. И вот маран тоже. Один день было 2 яйца, вчера 1, сегодня вот 2, сейчас посмотрим. Вот такие дела. Ну, то есть сдвинулось с мертвой точки вроде бы. Вроде бы сдвинулось. И у миксовых 5 яиц сегодня. Ну и вчера было 4, по-моему, или 5. Это... Ну, короче, этот сарай стал нестись лучше, чем тот. Вот так. Вот так. Значит, русская хохлата. 7 курочек и петушок. Да, не сказал. Все курочки не родственные с петушком. 3 курочки выведены из яйца от моих прошлогодних кур. 1 курочка выведена из яйца из Рязани. И петушок вот из Рязани. И 3 курочки выведены из яйца из Волгограда. Это я брал у Алексея Пернаты дозор 3 молодок, а он покупал яйцо в Волгограде. Вот. Неродственная семья. А, как разговаривает. Как разговаривает. Ленинградская золотисто-серая. Яйцом купили в Нижегородской. Да ты уж шугливый петух. Вот. Утром 1 взял, и вот сейчас 3. 4 опять. Вчера тоже было 4. Но яйцо, видите, мелкое. Мелкая, вот грамм 45-48, не больше, вот такой вот. Но уже все-таки 4 яйца от 6 курочек, это уже приятно. О-о-о, чего напугались? Чего напугались? Это я, вы чего пугаетесь, мой хороший? Вот. И маран черномедный. Это Тайсон сейчас может напасть. Вот у марана. Вот такие вот яйца. Крупные, хорошие. Вот. Значит, оставил я тут 6 курочек, выведенные из яйца от моих прошлогодних кур. И петух приехал к нам из Тольятти, городской блатной хлопец. Вот так неродственная семья будет. 6 курочек. И петушок, вот так вот. Ну вот, тоже молчали. Ну, я думаю, стронуло все. Курочки, видите, все такие хорошулечки. Медь, как положено, ножки оперенные. Вот, Петька такой, орел. Может напасть Тайсон? Тайсон. Хороший, красивый.
Красивый Петька. Одни из самых красивых петухов. Ну, это на мой вкус. Вот. Оплот мы у этих у всех проверяли. Оплот нормальный. Теперь главное, бы яйцо было. Такие дела. Вот. Вечернее кормление. Вот. Такой вам предпраздничный обзор. Все. Пойдем в тот сарай кормить. До новых встреч. Всем хороших выходных. Пока-пока.